«Утренний кофе» в эфире, и мы продолжаем свой кулинарный мастер-класс. Программа «Разрушителей стереотипов», потому что мы готовим солянку несколько необычным и непривычным образом. Пока что бульону здесь не предвидится. И вообще, в принципе, даже вот воды... Абсолютно, да. Вот, ну, солянка, суп. Сейчас у нас получается, не знаю, даже рагу, не рагу, как назвать. Для тех, кто пропустил, здесь исключительно масло, лук и вот четыре вида колбасы. И паста. Паста томатная. И вот буквально чуть-чуть мы добавили сейчас рассола. И, я так понимаю, это, в принципе, наш и бульон и будет. Ну, он практически из этого и будет состоять. Есть еще один маленький нюанс. Сейчас из огурцов у нас выйдет тоже жидкость. В принципе, кстати, да, очень важный нюанс. Для того, чтобы паста не давала изжоги, обычно люди переживают, что когда много пасты, это изжога. Нужно обязательно дотушивать ее. То есть сразу бросить туда все и сварить, эффект, возможно, получится не очень хороший. Поэтому мы сделаем так, чтобы она у нас вытушилась. Так, огурцы мы добавляем или нет? В принципе, она уже, да, готова у нас. Поэтому добавляем огурец. Огурцы. Огурец молодец. Что у нас? Сейчас у нас влаги там добавляется. Но мы пока не будем добавлять еще рассол. Можем добавить, если мы... Ну, в принципе, когда я всегда ориентируюсь именно на тот момент, когда начинает чуть-чуть перехватывать вот легкое. Ну, может, немножко добавить? Легко поджаривать. Давайте. А, вот вообще, в принципе, крышкой закрывать все это не надо, да? А некогда нам. А как же ты закроешь крышкой, все сгорит? Нам пока некогда закрывать крышкой. Мы закроем на последнем этапе, когда лимон забросим. Вот тогда мы уже сделаем... Ну, вот уже солидно, уже так прямо слюночки побежали. Побежали, да. Сейчас мы приготовим еще один ингредиент, который составит часть нашего бульона. Оливочки. Да. И вот тут тоже, да, это пошло? Абсолютно верно. Все это пошло сюда. Потом оливки следом. Ну, вот теперь это уже напоминает суп. Действительно, уже такой... Наваристый, сытный, я уже прямо это вижу. Тут вам... И по вкусу, то есть достаточно, ну, можно поперчить, но я думаю, что каждый сделает это в тарелку себе, если есть желание. По соли будет вполне достаточно, поэтому мы не будем торопиться с солью. Так, и тут у нас сколько времени это? Я думаю, что минуток 5-6, пускай потушится, и далее мы приступим уже к добавлению основного. Огонь, может быть, немножко поменьше сделать, нет? Давайте все выкипит. Ну, так, как еще добавить бульона? Звук-то какой, а? У нас же всегда есть горячий чайник, который на крайний случай в последнем этапе мы просто чуть-чуть добавим воды, если мы переживаем за количество... То есть можно, если что, просто кипяточка добавить, конечно, и она подтушится еще и добавит еще жидкости, поэтому не переживаем. Так, и нам осталось добавить еще вот... У нас остается лимон, оливки и рассол. И все. Зелень. Все, по-моему. Да. Лимон мы уже на последнем этапе добавляем. Да, лимон мы сделаем в конце. Мы сейчас приготовим его к выжиманию. А, его мы будем выжимать. То есть не так просто, как вот бросают завершающий штрих. Да, такой. То есть мы можем для украшения оставить, если мы хотим эстетически красиво показать тарелочку, то мы сейчас оставим несколько долек лимона, да, вы положите в тарелку. А вообще я выжимаю лимон прямо туда, и то... Что я выжила, туда же и бросаю. То есть получается вся вот полная масса. Хочу вас прервать. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на Александра. Вот он с таким знанием дела сейчас руки в боки поставил, как будто он эту солянку варит. Вообще-то я варю, если что, сейчас тут стою. И ведь он прав. И вообще, знаете, вот один из тех моментов, как раз, который я не раз об этом говорю, что камера не передает ощущение ароматов. Вот сейчас просто сочетание ароматов, вы не представляете, какое. Вот когда лимончик порезали, и вот уже этот запах, аромат соляночки, на который подходит Юлия Бычкова, которая у нас в новости. Друзья, у вас невероятный на самом деле аромат, и здесь все так по-домашнему, просто как у мамы на кухне. Ну вот для тебя этот рецепт, он новый, ты знала такой? Да, на самом деле меня учила готовить мама, и мама немножко по-другому варила солянку. Ну, у каждого на самом деле свой вариант, рецепт. Да. Вот. А еще хочу сказать, что очень нам повезло всем, что мы работаем в утренней программе, где постоянно готовят, потому что после того, как здесь различные вкусности готовят мастера, потом мы это все дружно съедаем. Ну, пока у нас...